такие вот херкеры. И решил я, что ж 1 серия, с 4 числа июля, снимаю я «Парады планет». И хотя уже встает солнце из-за домов, но в мае месяце я с удивлением для себя открыл, что Венеру можно видеть даже при свете солнца. Вот она. Только тогда она была на закате, а сейчас она на восходе. Оно же солнце. Не будем жечь объектив. И прекрасно видна Венера, тем не менее. Я потерял уже. Тяжело, конечно, да. В таком ясном, светлом небе видеть ладушки. Ладушки. Я был у бабушки. Хорошо. Серию не прервали. Съемок астрономических 4 июля ночи. Ну хорошо, не буду себя и вас мучить. Может, вечером после работы что-то еще поснимаю.